Вот видишь, добродетель – это ценность. Конечно, добродетель. Ты веришь в добродетель. Ты ценишь добродетель. Ты ценишь мужество. Ты ценишь практическую мудрость. Ты ценишь справедливость, самообладание. Значит, добродетель – это, конечно, ценность. Но это ценность, которая отличается от других ценностей. Чем отличается она от других ценностей? Она динамична. Добродетель – это то, что в тебе. Это то, что позволяет тебе реализовать твои ценности. Вот ценность семья. Вот давайте скажем, семья – это моя ценность. Я очень ценю семью. Давай. Но если ты, если в тебе нет самообладания, ты понимаешь, что ты не можешь жениться, потому что нет самообладания. Ты пьешь, ты гневаешься, ты не можешь сосуществовать с другой личностью. Значит, видишь, у тебя есть большая, высокая ценность – семья. Но в тебе нет возможности эту ценность реализовать, потому что в тебе нет этой силы, которая нужна, чтобы эту ценность реализовать. Поэтому мы говорим, что добродетель – это то, что дает тебе возможность реализовать твои ценности. Если в тебе нет добродетеля, твои ценности, они пустые. Ты понимаешь, они далеки от тебя. Ты их реализовать не можешь. Поэтому добродетель – это деятель, это динамическая сила, которая дает тебе возможность что-то делать. Принимать верное решение, держаться курса, управлять эмоциями, воздавать каждому свое. Это энергия большая. Виртус – это значит энергия на латыни. Энергия. Энергия, мощь, способность действовать. Вот, очень часто люди о ценностях говорят. Очень много. Да, они говорят, вот это лидерство основано на ценностях, как это красиво. Я им говорю, лидерство, которое я преподаю, это не лидерство основано на ценностях. Это лидерство основано на добродетелях, потому что надо воспитывать людей, надо формировать личности человека. Не надо просто говорить о каких-то высоких, красивых вещах. Надо дать человеку возможность воплотить в жизнь эти ценности, да, к которым он стремится. Вот о чем идет речь. Вот почему добродетель – это мощнее, и это более актуально, чем ценности. Но, к сожалению, мы до сих пор о ценностях постоянно говорим. И о добродетелях вообще никто не говорит. А надо о добродетелях прежде всего говорить, потом о ценностях.